Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Подарок – проявление добрых чувств, дружбы, любви, глубокого уважения. Он должен свидетельствовать, что человек, делая выбор, думает о вкусе и желаниях того, кому он предназначен. Подарки для дорогого для тебя человека – одни из самых приятных, ведь сделаны с ноткой искренних чувств. Для каждого хотя бы небольшой презент – это приятные эмоции и радость. А когда этот подарок является неожиданным и нежданным, то, несомненно, в такие моменты тебя еще больше переполняют эмоции. И сейчас вы сможете в этом убедиться. Рассказ пойдет об американской девушке Бренне Лиловинг, которая уважает и обожает своего отца, и чтобы выразить свою любовь, она приняла решение сделать для него особый сюрприз. Впереди как раз должен был быть особый день, когда дети и взрослые будут благодарить своих отцов. Долгожданный день отца, и Бренна, которая попросила помощи у своих родных и близких, приступила к организации неожиданного подарка. Для этого нужно было подготовить все необходимое для перелета из Гавайев, где проживает девушка, в Аризону, и прикупить большую коробку бандероль. Мужчина должен был забрать свой подарок в аэропорту города Тусон. На снятом одним из присутствующих родственников видео, отец Бренны с удивленным лицом, на котором можно было легко прочитать нескрываемый интерес, рассматривает коробку с презентом, а после изучения этой посылки с волнением читает открытку с поздравлениями и просьбой, конечно же, сразу же открыть посылку. И вот пришел долгожданный момент открытия этой загадочной бандероли. На кадрах видно, как мужчина начинает поспешно стряхивать с посылки разноцветные конфетти, насмешив тем самым всех присутствующих. Что же находится внутри этой коробки? Для него это остается пока секретом. Когда отец Брен решает наконец-то узнать, что же все-таки скрывается за этой упаковкой, он понимает, что в этой коробке находится что-то живое. Еще одно мгновение, и из посылки появляется его любимая дочь Брена, приводя мужчину в искренний восторг. От такой приятной неожиданности Брена и ее отец не могут совладать с эмоциями. Они долго обнимаются и наслаждаются обществом друг друга перед тем, как он честно признается, что встреча с его любимой дочуркой – это лучший из всевозможных подарков. Этой прекрасной сценой были очарованы все присутствующие. Это было невероятно трогательно и мило, никто не ожидал настолько бурной реакции. «Это лучший сюрприз, который я когда-либо получал», – признался счастливый отец. Еще долгое время спустя мужчина не мог поверить, что его любимая дочка действительно преодолела такой путь, чтобы его поздравить. Бренна не встречала своего отца уже полгода, и у него не возникало даже мысли о скором воссоединении с дочерью. Лавинг сказала, что не видела своего отца с Рождества, поэтому хотела сделать единственный в своем роде подарок для единственного в своем роде папы. Этот поступок еще раз показывает, насколько девушка любит своего отца, ведь не каждый смог бы решиться на такое. Когда Бренна опубликовала это видео на своей странице в соцсети и рассказала историю со своей стороны, ее подписчики были невероятно тронуты поступком девушки. «Прилетела с Гавайев в Аризону, чтобы увидеть своего папу на День Отца. Я не видела его с Рождества, и он не думал, что увидит меня этим летом. Поэтому моя семья помогла мне сделать свой перелет подарком для него. Счастливого Дня Отца», – написала Бренна. Этот сюрприз, несомненно, станет еще одним приятным и теплым воспоминанием для обоих. Такие моменты никогда не забываются и каждый раз напоминают о заботе и любви к этому человеку. Любовь папы к дочке – это прекрасное и бескорыстное чувство, которое не исчезает с течением лет. То же самое есть и со стороны дочери. Любовь и забота – вот главные подарки, которые заслуживают ваши близкие, друзья и родные. Никогда не поздно применить свою оригинальность и сделать что-то приятное родственникам. Этот поступок не может оставить кого-то равнодушным. Мы видели много таких историй в сети, но эта американская девушка потрясла интернет своей изобретательностью и может стать примером для подражания многим. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!